околачивать дверями. Мало ли что, у них телепортатор, а это опасно. Привет, друзья, с вами Cancellation и Алиска. Если кто не понял, о чем она, то лучше не вникайте. Вчера у нас происходила полная наркомания. Тогда переписку скинешь. Так что, давай прочитаем вчерашнюю нашу переписку. Я плохо читаю, так что не буду. Я тоже не умею читать. Хотя почему я умею, меня даже хвалят. Кстати, я вот это пыталась в Ютубе, на канал свой выложить, там два видео есть. Вот я тут думала, вот насчет как-то студии. Там уже как-то студия 9, там вроде что-то надо какой-то ключ ставить, что ли, или что-то наподобие. Там того, что, чтобы убрать что-то, какую-то табличку. Чтобы не мешало, такая прозрачная. Вот поэтому надо Камстату студию покупать, а не быть пиратом. Ой, сказал пират. Да. Нормально. Кто будет проходить? Ты или я? Ты. Окей. Привет, начнем. Пока. Как ты сама считаешь, ты красивая? Я уродка. Сколько тебе лет? Мне 14. В тебя кто-нибудь влюблялся? Ну да. Ага, как? Стой. Как понять, что к тебе кто-нибудь влюблялся? Когда ты даже этого не знаешь. Это тоже тест меня мучает. Я знаю, что в меня влюблялись. Тебе говорили, что ты красивая? Не помню. Завидуешь моделям на фото? Нет. Они все худые, как эти, как спички. Прям такие, не знаю. Твои родители красивые? Я. На этом все. Пока. До свидули. Ты красивая на 80%. Да пошли вы нафиг, я не красивая. Приветик. Давай поскорее начнем. Какого цвета у тебя шерсть? Белая. Я хочу белой котейкой. Какого цвета у тебя глаза? Голубого. Какую длину у тебя шерсть? Средняя. У Азуми же средняя. Голубой кошак, я в шоке, она же белая вроде. Да, так глаза я имею в виду голубые. Что ты делаешь каждый день? Она что она делает каждый день? Она бегает. Куда? Ты толстый или худой? Худой. А зуби худая кошечка. Посмотри, какой кошак. Тебя часто обнимают. Меня тискают! Ой, это коротко про мою кошку. Новый или нормальный? Так, попал в зону, куда ты отправишься? В жилет? Буду идти, куда глаза глядят. Какой страшный дядя. Оказывается, есть 4 языка, я не верила. Да? Ну, прикинь. У нас языка нет, а это представить, что язык. Это капец. Слишком много. Вам предлагают убить монстра. Что вы ответите? Тут надо подумать, смотря какой монстр. Как говорилось в Ведьмаке третьем. Как там говорили-то? Как там сказал Геральт как-то однажды? И с некоторыми монстрами лучше поговорить, чем убить. Вроде как-то так. Помнится, вы говорили, что помогаете ему с заказом. Подозреваю, что речь идет о бестии. Мастер-ведьмак, может, вы развеете мое любопытство? Каково это — стоять лицом к лицу с чудовищем, когда есть только два выхода — убить или быть убитым? Я вовсе не на каждое чудовище бросаюсь с мечом. С некоторыми достаточно просто поговорить. Так что я соглашусь. Смотри! Пиво! Ой, пивко. А нет, это водка. Тьфу ты. Если тебе... Предложили бы убить друга за круглую сумму. Вы чё, дебилы, что ли? Если я с этим другом практически полжизни. Вы чё? Какую группу предпочитаешь ты группировку? Я знаю только одну свободу. И все. Ну тогда в свободу. Если военный попал в беду, твои действия. Побегу ему на помощь. Это все опыт Варфейса. Последний вопрос. Если начнется выброс, что ты будешь делать? Побегу в ближайшее укрытие, понятное дело. Ты настоящий сталкер. Ты никогда не предаешь своего друга даже за большие деньги. Ты будешь готов
броситься на помощь к военному, возможно для тебя это новые друзья и хорошая репутация среди них. О как. Может, он и живет у вас, но я сомневаюсь. Вот это такое живет лицо, у меня? Такое лицо у призрака, типа, ну, оставаться или нет? Надо подумать. Смотри, лицо. Ты самое последнее лицо у меня. Господи, я уже вижу рукожоп. Да, вот. Это рукожоп я. Вспоминаю свои годы рисования. Молодец, отлично рисуешь. О, все, ЧСВ поднялось, я это отправлю к себе на стеночку. Фу, Алиса! Ведьмак! Это картинка из Ведьмака. Я везде узнаю эту графику. Это Ведьмак. У Азми есть крылья. Опять Ведьмак. Это башка Геральта. Вот. Ты говоришь Ведьмак, то есть ведьма через тире-маг. Чё типа такого? Занимается... Ой-ё... Ну, давай мы все это закроем, не будем уже. Нет, я пройду до конца, конечно же, да. Ещё кто говорил? Ну я же тебе рассказывала ведь, что у них и как происходит, так что... Что, не зря? Опять Ведьмак, ну ты посмотри. Это Цири, это мелкая Цири. Это тоже из Ведьмака, это Леший. На лося похож. Только... Ну да. Ты Грифон, опять Ведьмак. Что так много Ведьмака? Потому что он популярен. Ну, не знаю. Лего любишь? Нет, Ниндзягу люблю. Ку, привет. Итак, начнем. Представь, что ты сенсей и у тебя свои ученики. Если бы на Ниндзягу напал тот же твой прошлый ученик, который ушел, ты про Ллойда, что ли? Ну, наверное, я бы все же с ним для начала поговорила. Тыкай. Ее, я огонь. Вот видишь, отвечала как Арман и попалась его стихия. Вот так-то. Логика. Так да, а ты че, я просто бог логики. Комментируешь действия как гений. Ну, ой. Знаешь что? Ничего. Не, ну логика уже зашкаливает. Давай посмотрю, какие, хотя... Давай посмотрим мои старые рисунки и поржём. Только говори нормально в микрофон. Окей, хорошо, только говори нормально. Какие рисунки посмотрим? Мои старые нормальные рисунки или рисунки с пони? Самые первые. Самые первые. Окей. Хорошо. А нет, рисунки с пони же тогда надо. Окей. Потому что они, по сути, у меня были самые первые. Ну, тут пони-креатор в основном был. Я до сих пор разобраться не могу, что произошло. В смысле? Вот пересматривала, по-моему, 3-4 недели назад вот эти старые рисунки твои пони. Вот эти. И так никто не могла разобраться, в чем мораль заключается, что вообще произошло. Ну, вот здесь, короче, у нее типа друзья умерли. Здесь типа просто убийство. Да, убийство такое необычное. Да, очень необычное. Весной. Да. Кстати. Это прошлое Азуми. Так она выглядела в мире пони. В мире пони. Это типа прошлый Арман. Но это даже не Арман, если уж на то считать. Ну, пусть мы будем считать, что это типа Арман прошлый. Прошлое осталось прошлым. Да, кстати, вот. Тоже. У нее тут шрам на правом глазу, и у Азуми ожог на правом глазу. Так. Что бы тебе еще тут сказать? Это типа тоже что-то типа такого. Не скачивать там написано было. Не скачивать. Надо, да, не скачивать. Кому-то это больно надо, да? Кому это надо? Это типа у нее умерла сестра. Асокли ее звали. Асокли. Сок.
А мне послушалось сохни. Сохни. Засохни, хлебушек, да? Нет, хлебушка я... Нет, нет. Я, короче. Вот, смотри. Еще. Учим летать. Вот представь себе, реально бы у людей были крылья. Как бы отцы учили своих детей летать, наверное, бы так же. О, нет, меня вот, если бы считать вот место великом, вот крылья бы у нас были, мне кажется, моей подруге было лучше, чем летать. Вот по сути, если поменять велик, так и вот так. Я мало чего могу сказать. Коротко о том, как дружат Файр и Мелинда. Вот так вот именно. И в лаву! Да. Так нет, смотри, Мелинда, она же мелкая, да? Но она при этом сильнее Файера. Свои там 5-6 месяцев она может быть сильнее Файера. Хотя ему 13 лет, считай. На тот момент, когда Мелинда родилась, ему было 13 лет. Ты намекаешь на то, что я слабее моего брата? Так, это уже подозрение. Так нет, просто Мелинда, она как бы идет в смешении демона и падшего ангела. Это просто неебическая сильная сила. Я поняла. Вторая фотка. Вторая фотка. Палево. Наверное. Я не помню. По-моему, да, омега, типа. Но не помню, реально. Вот. Это Маргарет, типа. Это Арман, это Азуми. Я тут не при делах. Спокойно, спокойно. Да. Это что вообще, маленькое такое? Где? Вот это? Да. Это типа ее животное. Ну ты посмотри вот на эту змею. Я и сейчас-то змеи не умею рисовать. Вот. Типа мелкие против старшаков. И девку убивают, как она летает. Она просто стоит, как она будет. Ой. Это, кстати, все трое вампиры. Тогда... Неадекватные. Так если вампиры у всех подряд кровь пьют, и у наркоманов, и хоть у кого, так ты что думаешь? Говорил насчет наркотика. Если Азуми колнет, ну, уколет себе это, наркотик себе, мне кажется, Арман будет ее избегать. Подожди, дай другие наушники одену, и ты это повторишь, потому что что-то я тебя плохо слышу вообще. Помнишь, я тебе говорил насчет наркотики? Если Азуми конец себе наркотик, прям тоже, и мне кажется, Арман ее будет избегать. Наверное. Положай. Это самое начало, когда типа Арман ее, ну, вытащил из психушки, да? Она вот именно вот с таким постоянным выражением лица ходила. Что ты тут забыл? Слышь, я могла бы еще посидеть. Так нет, просто ее же там это... Ну... Как сказать? И была одновременно и психушка, и лаборатория, которая проводила свои опыты. О, вот они, эти черти. Виктория Далс. Не Кайла Арман, сейчас Сон Арман. Вампир, вампирша, вампир. Ой, да. Да, вообще... Это вообще можно... Я охрененно делаю симуляцию поцелуя. Это вообще... Украшение. Потом ты начала там рисовать. О! Ножик. Хи? Вопрос только, нафига он ее режет? На мясо-то будет. Ты у нее это спроси. Ой, у него. Дай, пожалуйста, трубку Азуми. Не Азуми, а Азуми. Азуми. Вы писите, вот он, кстати, вот он, Омега. Да, Омега, он даже... У него ресницы, что ли? Нет, это типа такая хрень, как у Сомбры была. Господи, опять ресницы красные. Это не ресницы! Я так же раньше думала, но это не ресницы. Вот за этот рисунок мама меня чуть не убила, вот. Ну все, больше нету. Я вот помню, когда ты вот эти рисунки начала вот рисовать, вот где наверху. Вот, по-моему, я в тот же момент начала тоже рисовать. Потом мы только с тобой начали... Ты меня в друзья добавила, или я тебе вот добавила, что-то наподобие было. Я вот помню, вот ты вот такое рисовала. Mm-hmm. Когда я начала. Нормально. Суицидник хренов, который вообще не может с тобой нормально покончить. Потому что постоянно кто ее останавливает? Вот этот вот человечек. Человечек?
Почему он человечек? Он же не человек. Вампир. Полувампир, полудемон. Получеловек. Нет, он не человек. А прикинь, представь, что ты ночью такая идешь, слышишь какие-то шутки. Такая возвращаешься, а там кто-то колбасы откусил, и такая это видишь, а там зубик кушает. Ты прикинь, и ты такая, а что ты мою колбасу съела? Я тебя не знал, что это твоя колбаса, вот такой приходит и говорит, я не вовремя. Ага, с учетом того, что у нее организм вообще пищу не воспринимает, поэтому она худая, блин. Понятно, колбасу кушать любит. Не колбасу, а человеческие сердечки. А ты что, человеческие сердечки дома у тебя находятся? Нет. Вот этот рисунок я когда рисовала, я реально плакала. Вот все вот это время, пока я его рисовала, я ревела. А замечитер. Кровушкой. Из колбасы. Да хватит ты про свою колбасу, ты есть хочешь? Не, ну я... У меня есть сырники, у меня есть... Вот тоже. О, может, всё-таки перерисуешь это рисунок? Не, получится точно так же, я тебе говорю. Я не умею вот так вот рисовать. Спорим, что нет. Я даже спорить с тобой не буду. Ну все боятся спорить, вы что, издеваетесь, сговорились что ли? Я лучше сразу тебе отдам 1 000 000 рублей, потому что я знаю, что я проиграю. Откуда у тебя 1 000 000 рублей? Не знаю. Из кармана, из попы вытащу. Бабочки подарки. Я вас кислотой сейчас травить буду. Я сейчас реально сомневаюсь. Что у тебя случилось? Вдох, выдох и поехали. Злой я. Давай, вдох, выдох и поехали. Иди нафиг. Слушай, вдох, выдох. А зови самоцвет. Извините. Что это? Самоцвет. А, когда щепочек это? Да, когда пересмотрел Стивена. Надо так ржать, а. О, Азуми, марионетка. В руках Армана. Ой, мелкошня. Нелюда. Ну, на Азуми она... Что-то есть. Ну да. То есть, получается, что... Не, я лучше не буду это говорить. Я вот тут подумала. Смотри, если может быть так, что вот не видно, может это по характеру Азуми, ну. Вот, а по внешности папы, ну, то есть Вармана. Ну тогда она по большей степени Вармана пошла. Ну все равно, может, характер сошел. У него даже крылья Армана. Почти Армана. У него синим идет полностью, а не ее черно-синим. Ну все-таки что-то связанное с нами. Да. Ну вот он, папаня. У него крылья немного огненные, только тут не видно. И почему-то с розовым оттенком. Почему? Потому что ты мало красного добавила. Возможно. Хотя не факт. Возможно. Возможно. Смотри, я просто охрененный фотограф. Поверь, у меня камера еще хуже снимает. Так что, надеюсь на лучшее. Эх, Маргарет, ты такая тварь. Она вообще даже не мать, ее даже матерью назвать-то по сути нельзя. Я тебе говорила, почему. Шалюха! Угу. Ты вот это, мое слово, как бы... Это вырезать, да? Да. Нет, я оставлю. Нет, ты как бы его там, какой-нибудь, там, не знаю, запикать, да? Так тебя все равно практически не слышно, чё? А чё париться, дис? Кто? Ещё эти наушники складные. Ё-моё. Я вспомнила, помнишь, ты говорила на тот момент, когда у тебя практически концерт привезут, ты нарисуешь этот рисунок с драконом, я за него вспомнила. Вот этот, что ли? Нет. А какой? Там Азуми и её дракон. Не Азуми, а Азуми. Азуми и Лулу, что ли?
Так я его даже это не дорисовала. Она променяла. Почему променяла? Просто Лили, она как бы идет принцесса драконов, главный дракон, и ей нужно ведь за своим народом следить. А Трит-то чё? Трит свободная личность. Да, у Трита даже девушки нет, то чё тут говорить. Ну да. Поцелуйчик. И молчи. И молчи. Я смотрю на рисунок. Я сейчас реально разревусь. Почему опять? Не реви. Не реви, а я реву, что я несу. У меня еще не контрольная по алгебре. Ну и ладно, пофиг. Не моя логика. Так-то. У меня есть там тройка, и нормально. Вот в отличие от меня, Азуми хорошо учится, потому что, в принципе, психушки всего научили. Ее за 10 лет психушки, даже меньше, научили всему, что можно там научиться в школе, хоть и в институте, хоть там за лет 20, за 30. Короче, она вообще мозг. Но не умнее Армана. Арман ее, понятное дело, умнее, потому что он живет от 200 лет. 200 лет делать нехрен, чё. Девка, я снимаю. А когда он вообще... Когда он старый? Он никогда. Когда ему 150 лет становится? Ему 200 лет, и он... Нет, смотри, он постарел, если бы он не был при этом вампиром, но он вампир. То есть вампир... Он умрет в молодом стиле, то есть он, ему будет хоть 700 лет, но он умрет молодым. Да. Но он при этом, что вот не умрет, потому что Арман — это живучая тварь. Блин. Чудо свершилось! Ты что смеешься? Я чуть не подавилась, блядь, что ты делаешь? У меня, скажем, нормальный голос, когда я ору. Самый максимальный. Да. Романтика, ничего не скажу. Жратва там стоит. Да, жратва, ты кушаешь и смотришь романтику. Я бы смотрела. Не могу так кушать. Я кушаю тогда, когда посмотрю на еще что-нибудь вкусное. Например, когда я кушаю, вот, например, за компьютером, я открываю картинки и смотрю на еду. Курочку, например, жаристую. Или баранину, но цыпленок нет. Дивил. Это романтика. Куда же без романтики, людей? Я вот ищу свой самый-самый первый рисунок. Смотри, олень. Вон он, олень. Чё у него с рогами? Его чё, травмировали опять? Спроси у разработчиков. Дай трубку разработчику. Алло, Electron Arts. Вы чё сделали с бедным оленем? Вы что? Зачем лишились ума? Наверное. Тут у вас у меня лицо такое, я не могу, блин. Смотри, сидит, делает уроки в купальнике. Гениально. Это, так скажем, дюшес. А, ну смотри, зато как жизненно. И пожрали, и уроки сделали. Нормально. Да. Да. Опять ностальгия. Да что ты будешь делать? Одна ностальгия. Ностальгия, это что у нас? Это типа воспоминания. А где вот... Стало еще понятней. Нет, я тут где-то вот... Блин, где вот те вот, которые я в Sims делала? Вот где вот они? Вроде я в мои работы добавляла. А что так... Фотография? Да не, вряд ли. Вот где вот я найти сейчас не могу. Я же вроде их добавляла. Куда хрен знает. Помнишь, я тебе отсылала какую-то фотку, там, где на дом видно, ты, по-моему, описывала вот мои рисунки. Помнишь, когда я еще рисовала на компе без графики? Ну. Вот, и этот я рисунок как раз найти не могу. Видимо, я удалила. У меня еще два рисунка было, которые самые великолепные. Во, прикольная луна. С огнем в глазах. Да, Арман заразил ее. Чем? Ты мне... в глазах, огнем в глазах. Ты в курсе, что демон не может просто так что-то сделать, чтобы что-то как-то где-то? Но это же это луна. Это должна быть какая-то связь. Ты понимаешь, это же луна.
а Луна — это Луна. Логика! Да! Прям, не знаю, королева логики ты. Кровавая логика. Так вообще... О, вот он, где рисунок-то этот. Что-то хе-хе-хе какая-то. А чё она тебя просит рисовать? Так это, она не поняла, видимо, как её рисовать. А чё вам задали по теме какой? История Перми. По плану рисовать надо было. Да отстань от меня, никуда тебе ничего скидывать, меня лень. Я пельмень. Кстати, а что там за девочка была какая-то? Мисао написано. Ты что, какую-то игру играла? Мисао? Да. Ну что-то такое там было. Нет, это я просто имя взяла из игры. А, нет. У меня половина имен, я их откуда стащила? Откуда стащила, кроме Армана и Анзуми. Это я сама придумала имена. Остальные же я имена просто стащила. Ну куда же без этого? Так конечно, что, воображения-то не было. Только начинаешь вот рисовать, вот когда только начинаешь, у тебя столько воображения, столько мечтаний. А когда только пройдет 4 года, ты начинаешь думать, что бы нарисовать. Тогда... Да, вот у меня сейчас такая же история. Скучный урок истории. А, кстати, тебе вот в одной группе вот твоей писали то, что там ни одной складки, то тебя там что-то комментировали. Ну да, вообще-то. Да мне вообще как-то насрать. О, Чарли одобряет, нашла. Чарли одобряет. Теперь я знаю, что тебе надо в комментарии под рисунки отправлять. Сомневаешься? Чарли одобряет. Чарли все одобряет, там было комментарий. Нет. Чарли, он такой чувак, который не все одобряет. Там... Что ты говоришь? Чарли, смотри, друганы. И ты такая, о, не судачек, такая, смотри, ну все, сейчас всем будет. Это, наверное, знаешь, Арман и его друганы. Я тебе говорила, что когда они встречаются, начинается дикая пьянка. Только Арман единственный в здравом уме, потому что он как бы вампир, и алкоголь на него не действует. Вот хорошо Арману, да? Ему кайфово! Тогда бухает и бухает, чё? Ничего бы все равно за это не будет. С ним точнее не будет. Ты только посмотри! Какая романтика! Я не вижу ее. Смотри, Сомбра и Луна. Сомбра любит Луну. Ну, по легендам. В каком сезоне это было? Ни в каком, это легенды. Это миф. Ну, миф. Легенда, миф, какая разница? Капец. Вот смотрю твои фотографии, смотрю мои, и так думаю. Мне кажется, ты на компьютере и на графическом планшете одинаково рисовала, но только у тебя сейчас улучшение, конечно, есть. А вот у меня, когда я рисовала мышкой, вот именно без граффити, вот я смотрю на рисунки и думаю, блядь, какой рукожоп. Шея тонкая, тело вообще колбасит. И смотрю твой комментарий, как мило. Так вот. Видишь, это шедевр «Семья Смейлс». Хочешь, покажу? Ты просто не представляешь, какой у меня сейчас шок перед рисунком. Я вспоминаю молодость. Какой нафиг молодость? Я на пенсии. Я 12 всего. И ты уже причем на пенсии, да? Да. Вот, я нашла эти рисунки. Там что там? А, вот это да? Да. Я парней вообще не умею с ним создавать. Вот не умею и все. Я тоже. Я просто беру из галереи. Логично. Это Марселинка. Эй,
тихо стал, ну офигеть. Так вот ты посмотри на ее взгляд, она как будто, знаешь, тебе прям в душу смотрит. Так вампир. Вот, если бы она реально была, я бы, знаешь, что сказала, вы что на мне в душу смотрите? Я что, вам статуя свободы? Ты бы ее бы даже не увидела, потому что она в плену идет, как бы у Люциуса. Я тебе отправляла рассказ, вроде как, где Арман рассказывал Азуме, что жена демона это как рабыня идет, как пленница. И это, и это на самом деле так. Тогда ты думаешь, что я делаю целыми днями в интернете? Читаю мифы, вот это вот все. Кстати, рукоятка у Армана из кожи идет. У меча. Чё? Из кожи идет рукоятка ножа. Ой, меча. Какую бабу он завалил в этот раз? Это так-то кожа не вообще не человек, это кожа монстра. Какое существо в этот раз завалил? Тогда и представь, сколько он уже переубивал людей, существ, кого там, как еще можно назвать. Вот этот дракош. Вот это, да? Крем из детства и рукожоп. Ты так дорисовывать будешь или нет? Нет. Как это понимать? Не буду, не хочу, не умею, не практикую. Не практикую, сразу такая. Зачем ты вообще тогда видео на канале? Смотри, этот чувак вообще на Гарри Поттера похож. С бородой. Бородач. Да. Бородача смотрела, что ли? Нет, я слышала песню «Бородач», а так его не смотрела. Хотя хочу посмотреть, но я забываю. У меня же память такая маленькая. Чего вы ожидаете? Пипец, блин. Я проходила тест, насколько я знаю чужих. Я знаю их на 100% с учетом того... Ты что, чужих людей знаешь хорошо? Или существ? Вот, существа чужих. Чужие. С учетом того, что этот фильм я не смотрела. Но я знаю их на 100%. Я вообще первый раз слышу. Посмотри фильм «Чужой» или хотя бы Alien Isolation, это игру у Купленова. У него где-то был плейсис. Вот это вот Гайзен, вот это вот смерть и управляет Арман. Вот смотри, знаешь, как получается? Арман считается, ну, практически как марионетка у смерти, а у Армана марионетка это Азуми. Еще стало логичнее так. Так если Арман... Вот смерть, она реально может взять и убить Армана. То есть просто взять из него душу вот так вот высосать и все. Он умрет. Что-то мне скучно стало, пойду я души, как бы вытаскивать. Такая смерть говорит. Ну, Арман, иди сюда, пожалуйста. Арман пошел, такая, высасывай душу, а Зум такая, это с мечом, это вылазь, такая, говорит, я трожь! И при этом и она еще добавок умирает, потому что Азуми, она, ну, никчемна, скажем так. Похлопал на аплодисменты. Нет, вот такого естественно никогда не будет, потому что все равно, как бы, Арман, он сильнее смерти в какой-то степени. То есть в Армана... какой-то степени ты сказал то, что смерть, она может высосать из него душу. Ну да. И ты сказал то, что в какой-то степени он лишнее. Тогда зачем Азуми тогда бежит за ним его спасать? Понимаешь, замок смерти находится вообще в другой вселенной, в другом параллельном мире. То есть их мир, вот их мир. Понимаешь, они телепортнуться к нам могут и... Просто мы их вызывали. И за то, что мы сейчас про них говорим, тоже, кстати, могут. Потому что вот такое... я окно закрыла, шторы закрыла. Ты думаешь, ты серьезно думаешь, что это поможет? Да не думаю, а так тебе полагаю. Ты посмотри, они убийцы, они... Арман придет тебе просто мечом своим тебе голову снесет, он хотя бы тебя быстро убьет. Ты понимаешь, ты даже не знаешь, кому Азум придет. Может, они вообще вместе к тебе придут, а потом ко мне. Ну, может, понимаешь, ты... если к тебе придет Азуми, тебе не повезет, потому что она убивает медленно. И причем она заставляет мучиться свою жертву. А Арман он убивает быстро. Поэтому... Ну, подожди, я вот не понимаю. Я вот сейчас не понимаю. Вот зачем они к нам придут, если мы... Им вроде не накостыряли первые. По сути. Они же дебилы, они же психи, они два психа. А мы кто?
Мы такие же. Вот тебе и логика. Но все равно же как бы. Ну как бы мы им тоже отпиздили. Но кто кому больше накостыляет? Знаю. Я обычно с веревкой и ножом хорошо справляюсь. Я обычно... То есть ты предлагаешь Армана повесить, а Азами изрезать? Не, наоборот. Армана зарезать, а Азами повесить. Потому что знаешь почему? Азами же любит мучить своих жертв, а это будет наоборот. Слушай, слушай. Если бы было вот так, то есть, смотри, если поменять нас местами, то есть... Смотри, ты, например, Азуми, я Арман, ну, так, допустим, но мы как бы не пара, ты вот это вырезаешь. Смотри, и так получается то, что мы как бы тоже два психа, такие приходим, к примеру, Азуми. Такой Арман это приезжает и говорит, не трожь! Нет, наоборот, менять местами. Ты прикинь, что будет? Ударение не забывай правильно ставить, а то я тебя найду и сама убью. И доедь сначала до меня. Доеду. Ты хоть увидишь, сколько там ехать надо, это капец. Смотри, милое свадебное платьишко. С туфлями. Вот знаешь, вот за этот бы наряд Арман бы убил Азуми. Он Дашка любит. Ты дурак? Так нет, просто слишком все открыто, поэтому бы он ее убил. За это. Как бы... Я ржу над своими то рисунками. Хочешь, типа потом покажу? Давай, потом только. А то потом, мне все равно слишком много это вырезать. Да если мы уже заканчивать надо, по-моему, снимать. Не, надо те моменты, где ржака начинается из поста. Ты же понимаешь, что это я не вырежу? Ты понимаешь, да, подожди, включи ту фотку, вот, где... Ты сидишь за компьютером, а я Азуми рядом. Вот. Ты такая, смотри, мое предположение, ты сидишь, сидишь и думаешь, так, она не придет, колбаса, колбасная вроде спрятала. Такая приходит и говорит, слушай, ты колбасу мою не видела? Ты такая, все, начинается война. Меня убьет. Армана главное нет. И такой Арман выходит, говорит, я опять не вовремя приходит. У тебя что такая больная тема с колбасой? Ты понимаешь, я кушать хочу, я похожа на нас. Мне колбаса мерещится. Главное, чтобы монитор колбаской не стал. И наушники. Что у тебя главная летающая колбаса говорящая еще не прилетела? Знаешь, я что вижу? Я думаю, что телефон это колбаса. Всё, я пошла за колбаску, ну нахрен! Ой, я листа. Конечно, без хлеба, но ладно, сойдет. Пока ты пришла, я уже колбасу съела. Чё? Когда ты ушла, я уже всю колбасу съела. Ты пришла, я опять кушать хочу. Ладно, ну чё сыр уже? Война такая. Ой, боже мой. Раунд ван. Ой. Как же мне сейчас живот болит от доширака. А я наоборот. Кушать хочу. Кушай, кушай, деточка. Классно бы было, если бы игру сделали по этим. Ну, по этим? По-моему. Знаешь, что я раньше думала с этой картинкой? Типа, вот эту, типа, грудь. Кстати, вторую руку делала для него. Ну, я уже потом поняла. Ты что, балерина танцевать? О, помнишь? Вот это, кстати, обложка из Агарио. Из видео с Агарио, когда я Агарио снимала, это оттуда обложка. А, видимо, я где-то посмотрела тебя.
Я скоро задыхаться начну, блин. Блин. Надо найти какую-нибудь грустную картинку. И по-быстрому. Вот она, грустная картинка. Чего? Чего? Проехали! Чего? Проехали, ё-моё! Я тебя слышала. Да? Забей. Да ладно. Кстати. Дамочки, вон отсюда, кислотой травить нужно. Лучше не надо. А хотя... Не так плохо. И куда она пропала? Стихийное бегствие. Бегствие? Да. А, бегствие! Бо! Че тут только так много Five Nights at Freddy? Ой, мы только... Помнишь, я тоже начала из-за этого рисовать. То есть первые мои рисунки, по-моему, вот самые адекватные, скажем. Это было бы Чика вроде что-то наподобие. Чика, я вот аватарку ставила, вот там где их было. Помнишь, вот что-то такое подобие это было? Помню. А вот так и найти ни хрена не могу. Вот подходит. Она вроде как его и не... Вот делает ли, что она его ненавидит, проклинает, а на самом деле она его любит. Так все делают. Кто ненавидит, тот и любит. Так бывает. Ничего еще не было. Чё? Я такая открываю мои фотографии именно на моей странице, и у меня получается так, то, что 573. Как это возможно? Магия. Да. О, может, я тут фотку найду это? Ну, поищи. Вот меня о, вот... О, нашла, нашла, прям сразу нашла. Меня, вот меня вот это лицо, не знаю, как-то... Пила, прикончила вообще. Нет, ну посмотри на это лицо. Я вижу. Что это за кривизна? Знаешь, такая вытянутая морда какая-то. Да. Это вообще кивздец. Тут, короче, столько появляется новых фотографий. Они уже давно у тебя. Да я знаю. С 2014 года. Такая деловая, блин, стоит. Куда же без этого? Конечно, она вообще у меня. Да. Я немного не понимаю, что с моими рисунками. Может, это и нормально, в принципе. О, мультик пошел. О, смотри, еще что-то я нашла. И так я не поняла. Что это? Она типа это в полотенце или в пледе, ну после дождя типа. О, вкусняшки. Ну куда же без этого, жрачку надо сохранить. Да, надо, знаешь. Блин. Ну бабочек давай травить уже. Чем? Рутань. Чем их травить? Мы что, топить будем бабочек? Только не кислотой, а водой с уксусом. Надеюсь, я выжил. Помнишь, что ты мне под этот рисунок... Ну, как помнишь, когда я тебя спрашивала, о чем они тут интересно говорят? Помнишь, что ты ответил? Я не помню. Это так доказываю. Я сейчас больше литературой занимаюсь, чем своим мозгом. Да? Просто да. Знаешь, там какие рассказывают? Там, по-моему, у вас на 50 страниц. Там где-то поменьше, конечно. Что я ответил-то? Знаешь, я лучше промолчу. Чё-то, и чё я ответил, да. Слушай, а реально, а чё я ответил на тот рисунок? Давайте лучше... Нет, я это даже писать не буду. Нет, ты останови запись, а потом мы начнём опять. Нет, я это даже говорить не буду. Скажи, пожалуйста, отправь в это... Ну, о чём обычно мальчишки говорят, когда видят красивую девку? Ты поняла? Нет. Вот лучше и не надо понимать. Я не понимаю, я ступила, как всегда. Но у меня уже логика тупить. Ой, как это мило.
это водичка. Водичку колбасит, как и песок. Ты встал? И, а где, кстати, это... Я что-то запуталась. Вот. И молчи, ну ё-моё. Ну просто я, знаешь, смотрю на свои рисунки и даже плакать иногда хочется. Не, я когда смотрю сейчас на свои рисунки, я смотрю на твои рисунки. Это кто? Это кто? Это бабуин, это бабайка. Это бабайка! Спасаемся, валим, ребята, это бабайка. Да, по фару видно, что это бабайка, да. Да, он понимает, какая жопа тут происходит. Елинда в шоке, он понимает, какая жопа. Да, да, по-моему, вообще по барабану. Да, ну самый первый рисунок, которого я до сих пор вижу. Мне 18 лайков как раз поставил на этот рукожоп. Вот я тебе покажу. Давай. Давай, сейчас кину тогда. Слово. Очень сложно. Сложнее некуда. Наверх, наверх. Наверх, это что? Не, наверх, это наверх. Там, по-моему, Твайлайт была еще с этой Rainbow Dash, но что-то там в обнимку, по-моему, еще лучше там было. Я не помню, что там за бот какая-то была. Вот это? Да. Она так и повернула, это Арман, я запекал. Ну да, типа следят, типа... А это что такое, нога? Тут столько, короче, неизвестных мне рисунков. Короче, будем ископаемые проводить. Короче, будем экспедицию проводить. Узнавать будем, что у тебя как. Ты будешь у нас первый председатель. Да-да, конечно. Куда же без этого? Как это так, чтобы я все рисунки показал? Левый, правый, левый, правый. Там направо, тут налево. Вот там, так. Вот это реально what the fuck. Да, это по-моему все так. По-моему, она сахарный ват переела. По её-то волосы обидно. Ну а если кто спросит, а где концовка видео, то я скажу. Мы с Алисой под конец начали нести полный бред, и мне пришлось это вырезать. И особенно, когда мы прощались. И поэтому попрощаюсь с вами так. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока!